Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Добрый день. Всех с началом недели. Пусть сложится для вас удачно и красоты всем. Пожелаю искренне от всей души. И знаете, она обязательно будет, если вы внимательно посмотрите и послушаете текущий час. В эфире телерадиоканала «Страна FM» программа «Лучшая в стране». И у нас сегодня в гостях, друзья, кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог, главный врач клиники эстетической медицины Мария Шершакова. И, собственно говоря, сама Мария Шершакова. Маш, добрый день. Здравствуйте, Саш. Очень рада прийти к вам в студию сегодня. Ну и мы, конечно, очень рады, тем более, что время такое, надо сказать, достаточно критическое для нашей кожи, для нашей красоты, для нашей уверенности. Поэтому необходимость встречи с тобой, конечно, очевидна. Вот я да. Хочу сразу нашим зрителям и слушателям рассказать о том, что они могут смело задавать вопросы Марии. Для этого используйте, пожалуйста, WhatsApp и Viber 8-909-928-1-89-9. Не стесняйтесь, смелее, постараемся все прокомментировать. Салют. Ждем ваши вопросы, друзья. Ну, наверное, конечно, в первую очередь я как раз и хочу начать нашу беседу именно с той самой проблемы. Осень и наступающая зима, скажи, это большущий стресс для нашей кожи, для ощущения, для красоты? Ну, конечно, да. Природа увядает, но нам увядать нельзя, поэтому мы должны быть во всеоружии. И за лето некоторые из нас уже набедокурили, назагорались на солнышке без солнцезащитных средств. А кто-то бедокурит круглогодично в солярии? А кто-то делает это, не стесняясь, круглогодично. Но осень — это та пора, когда включается центральное отопление, и бабам, все влезает наружу. Все, что мы там где-то себе позволили лишнего, и в плане питания, и в плане ухода за кожей, осенью мы видим это, расцветает, да, бурным цветом. Дело касается даже не только лица, но и рук. Вот это, они первые, по-моему, показатели. А шея. Без тоже. Этого тоже никуда нельзя уйти. Поэтому здесь, конечно, необходимо себя любить и следить за собой особенно внимательно в осенне-зимний период. Уже пора бежать к косметологам, или некоторые девочки поступили правильно и уже в сентябре это сделали? Абсолютно. Нужно сейчас, если вы еще не успели к нам прийти, мы вас ждем. Обязательно нужно посетить своего косметолога и делать это регулярно. Ну а что сейчас в первую очередь необходимо сделать для того, чтобы себя как-то вот обезопасить? Итак, пришла осень, закончилось лето, и почти все из нас испытывают дефицит, прежде всего, чего? Солнышко. Поэтому, конечно, подстраховать себя изнутри витамином D, полезными микроэлементами, витаминами будет очень правильной и очень хорошей инвестицией в свое здоровье. А что касается красоты, в настоящий момент в осенне-зимний период популярны пилинги. Конечно, мы начинаем этот активный период. Это могут быть и химические пилинги, фруктовые кислоты, ретиноевые пилинги и так далее. И это могут быть лазерные процедуры, которые в настоящий момент тоже очень-очень актуальны. Выбор колоссальный, конечно. Абсолютно. В любой клинике, если ты придешь, ты полистаешь, там просто миллион каких-то процедур, инъекций и так далее. Вот здесь вопрос, а как же выбрать то, что тебе наиболее подходит? Ну, прежде всего, нужно выбрать хорошего доктора, потому что подбирать плохо сам себе, ты все же не учился в медицинском университете, и все же мы об этом судим с точки зрения обывателя. Поэтому самый главный совет, дорогие друзья, найдите хорошего врача и хорошую клинику, не занимайтесь самолечением, не ходите на дом. Ну, или еще мы часто слушаем советы каких-нибудь подружек, которые что-то там... Ну, есть хорошие подружки, которые действительно желают нам счастья, добра. Есть такие подружки-лягушки, которых слушать, наверное, не стоит. Но есть все равно какие-то общие тенденции и принципы, которые бы я хотела рассказать сегодня. Да, конечно. Итак, первое, стоит подумать о химическом пилинге, об этом мы уже говорили, либо альтернатива лазерные методики. Второе, с чем мы сталкиваемся, это сухость кожи. И здесь у нас есть несколько вариантов. Первое – это уколы, но бояться их не стоит. Это маленькие укольчики гиалуроновой кислоты, витаминов, микроэлементов, которые получили название, страшное слово, биоревитализация, плохо выговариваемое. Но на самом деле в этом нет ничего особенного. И третье, наконец, это очень важный домашний уход. И здесь выбор крема принципиально разнится
отличается от вебрекрема на летний период и на весну. Текстура должна быть более плотной, крем должен быть больше питательный, чем увлажняющий, и защищать нашу кожу от холодов, от ветра и от неблагоприятных условий внешней среды. Маш, вот сейчас важно нам с тобой уточнить, мы же, так понимаю, с тобой говорим не только о девушках, о женщинах, конечно. Да, мы говорим и о мужчинах тоже, да, в том числе. Конечно. Ведь у мужчин тоже кожа сохнет. Да, страдают они, бедные, так же, как и мы. Ну, а скажи, пожалуйста, ты как главный врач клиники, вот Марии Шершаковой, да, собственной клиники, ты смотришь, конечно, на клиентов, вот больше кто идет, мужчина или женщина на сегодняшний вот день? Вот я хочу открыть вам тайну, может быть, мы все мужчины думают, нет, это точно не про меня, но на самом деле, вот вы сейчас сидите, а ваш сосед уже инициирует ботокс. В среднем где-то... Я думаю, куда Шахов Роман отправился, 100%? В среднем около 20% приема пациентов нашей клиники составляют мужчины. И причем это люди бизнеса, политики, известные, медийные люди. Ведь в настоящий момент выглядеть хорошо – это не зазорно, и все хотят быть здоровыми и счастливыми. И еще такая тенденция. Когда вы видите, что человек уколот, когда вы видите, что лицо ненатуральное, ну, вообще это не плохо. Шевелится, да, это ничего. Плохо сделанная работа. В большинстве случаев, когда у пациента хороший доктор, вы не видите. Просто этот человек не меняется, либо становится с каждым годом все лучше, все лучше и лучше. Лучше, краше и краше. Mm. А что касается мужчин, у них, я так понимаю, тоже практически все те же самые процедуры абсолютно, что и у женщин, да, и нет никакой разницы. Мужчины не очень любят колоться, это нужно признать, поэтому... Они потому что больно переносят. Они трусы. Простите меня, дорогие мужчины, со всей любовью к вам, но это правда. Поэтому мужская косметология в настоящий момент идет по пути каких-то мини-инвазивных процедур, аппаратных методик, а также инъекций, которые не требует определенной периодичности. То есть вот сделал один раз в год. Обычно мужчины приходят, говорят, давайте мы сейчас сделаем по полной программе. По полной, и я пойду еще на полгода. Ну, это такая тенденция. Но при этом очень многие любят за собой ухаживать в домашних условиях и скупают просто тонны косметики гораздо больше, мужчины, чем делают это девчонки. Да что ты говоришь? Это правда. Вот это да, друзья мои. Ну, пожалуйста, обращайтесь к нам с вопросами. Мария Шершакова готова ответить. А все, что касается косметологии, 8-909-928-1-89-9, пишите, пожалуйста. И мы очень скоро продолжим общаться с Марией. Оставайтесь с нами, прервемся совсем ненадолго. Это программа «Лучшая в стране», друзья, в эфире телерадиоканала «Страна-ФМ». У нас сегодня в гостях Мария Шершакова, кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог, главный врач клиники эстетической медицины Мария Шершакова. И, между прочим, окончила красным дипломом РГМУ имени Пирогова, читаю сейчас немножечко биографию, старомед, доцент кафедры «Лечебное дело ГОУДПО», там дальше сложно, да, обладатель более 35 международных дипломов и сертификатов. Ну, не просто обладатель еще дипломов, а действующий преподаватель, или как правильно, Маша, сказать? Да, эксперт, это правда, да. Который успешно путешествует по всему миру с мастер-классами. То есть получается так, что в какую мы страну с вами не отправились, друзья, на отдых, на отпуск, и пожелав отправиться к косметологу, мы с вами попадем, скорее всего, к ученику Марии. Да. Мне очень приятно. И география наша обширна, начиная с Австралии, Новой Зеландии, заканчивая Карагандой, я не знаю, Кипр, Израиль. Для меня огромная честь и удовольствие, что школу российской косметологии признают во всем мире, и люди на нас смотрят, потому что нам кажется, что все лучшее, оно где-то там, за рубежом. Ну, до сих пор у многих такое мнение существует. Но да, это, друзья мои, не так, на нас смотрит весь мир, и нас признал весь мир, и мы крутые, и я провожу мастер-классы в Лос-Анджелесе, и на мне собираются, Машенька, по 50 человек, ну, правильно, врачей. Я понимаю, что они смотрят на нас, и мы крутые, но они больше смотрят на нашу работу, на, конечно, вашу работу, чем на нашу продукцию, да? Русские женщины самые красивые женщины. Ну, я имела в виду, благодаря, что, все равно хорошей же, школе эстетической медицины. В основном же продукция все равно, она как раз зарубежного производства. Ну, хотя нашего. Мы теперь занимаемся импортозамещением, и уже есть русский ботокс, и есть уже русские филлеры, но, конечно, подавляющий пол препаратов еще пока за рубежом. А ты преподаешь зарубежным врачам? Да. Или это наши выходцы? Зарубежным врачам. Зарубежные врачи. На английском языке. А скажи, пожалуйста, есть какая-то принципиальная разница в их работе, в зарубежном?
в работе зарубежных косметологов и наших? Интересно, потому что очень сильно зависит от страны, от региона. Да? Например, в Азии основной пациент, который приходит к врачам, к пластическим хирургам и косметологам, это молодые девушки. То есть вот главная задача удачно выйти замуж. Поэтому на это будут положены все силы. И самый популярный подарок на окончание университета – это поход к косметологу и пластическому хирургу, пластическая операция. Помните, в интернете была такая история, когда девушка переделала себя, потом начала рожать ему страшных детей, и он развелся с ней, потому что она сделала 8 пластических операций, чтобы быть красоткой, нарожала страшных детей. Но это скорее такое больше шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Вот, например, в некоторых странах Европы, таких как Бельгия или Голландия, наоборот, культ натуральности, и женщины ждут возраста 65-70 лет для того, чтобы прийти и заполнить какую-то морщинку, когда щеки их уже лежат на плечах. Поэтому здесь все очень сильно зависит действительно от страны, но тенденция такова: наши девушки самые красивые. Ой, как приятно это слышать, конечно. А тем более от красивой девушки это приятно слышать. Маш, ну подобные семинары проводятся не только благодаря твоим выездам. Я знаю, что и к тебе приезжают специалисты в клинику и точно так же проводят обучение. Да, это так. Вот буквально вчера мы проводили еще очередной бьюти-практикум, когда врачи со всего мира, вот у нас было очень широкое. Я обожаю узнавать географию, откуда к нам приехали люди. И действительно, врачи со всего мира. Вчера была доктор из Кипра, вчера была доктор из Казахстана, из России, из Израиля, Соединенных Штатов, приезжают к нам учиться, потому что русские впереди планеты. Но это же у них там не у кого учиться, получается. Ну, получается, что да. Слушайте, невероятная история, очень приятно. 8-909-928-189-9 это номер WhatsApp и Viber для ваших вопросов, друзья, все, что касается красоты. Нам же Маргарита написала, кстати, Маш. Здравствуйте, Мария, скажите, пожалуйста, как часто можно наносить айвит из капсул на кожу лица и рук? Маргарита, здравствуйте, большое спасибо за ваш вопрос. Вообще отличная тема для обсуждения, потому что витамин А или ретинол является самым главным ингредиентом на осенне-зимний период. Поэтому мы так широко ответим, что если вы выбираете крем для себя, дорогие друзья, пожалуйста, посмотрите, что в составе был ретинол. Это очень полезно, очень здорово и очень безопасно для вас с хорошим клиническим результатом. В айвите есть еще витамин Е, и это тоже очень классно и полезно, потому что это один из мощнейших антиоксидантов, который будет нам помогать оставаться не только красивыми, но и здоровыми. Но все же лучше, чтобы эти средства были в составе профессиональной косметики. Не капсула, которую мы раскрываем, что-то наносим, а все же в составе профессиональных сывороток и профессиональных средств ухода. Почему? Из-за биодоступности. Поэтому, Маргарит, скажу вам так. Можно назначать препараты на основе ретинола, витамина А каждый день для каждодневного использования. А вот все, что касается аптечных форм и раскрывания и мазания на кожу, это не всегда эффективно и безопасно из-за биодоступности. Поэтому лучше использовать эти ингредиенты в профессиональной косметике. Я думаю, что здесь в данном случае чаще всего к подобным историям прибегают в целях экономии, скорее всего. Можно так, ведь, да, что в клинике очень конечно, дорого. Конечно, но всегда можно найти альтернативу. И такой еще один совет. Вот нам кажется, что в клинике можно купить профессиональные средства по уходу за кожей за какие-то беснословные космические деньги. Врачи нас обязательно обдерут, нагреют 350% и так далее. Это абсолютно не так. Иногда, если вы сравниваете средства, которые вы купили в Duty Free, и потом профессиональное средство, которое вы купили в клинике, мои пациенты говорят: а как же так? А что у вас так недорого? Почему? Мы ждали вообще каких-то там цен космических. Мы ждали каких-то заоблачных историй. Почему? А все просто. Потому что действительно нету необходимости большой инвестиции в маркетинг, потому что банка крема, который вы купили в Duty Free, либо в ритейл-магазине, в большом известном магазине, туда вложены и стоимость, в том числе, на промоцию этих средств. Поэтому, друзья мои, изучите вопрос более фундаментально, заботьтесь о себе, о своем здоровье, используйте косметические или космецевтические средства из аптеки, либо которые порекомендует профессиональный доктор, специалист. Друзья, ну
вот у нас Мария Шершакова в гостях, поэтому вы можете какие-то рекомендации, советы обязательно спросить. Задавайте свои вопросы. Поможем. А мы прервемся совсем ненадолго и очень скоро продолжим общаться с нашей гостью. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, добрый день. Продолжаем нашу программу. У нас сегодня в гостях Мария Шершакова, кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог. И вот пока вы смотрите клипы, мы вне эфира продолжаем с Марией общаться на разные темы. В том числе, вот я для себя, например, узнала о том, что оказывается мезотерапию, которую очень часто в парикмахерских салонах предлагают нам сделать, категорически запрещено это делать. Это неправильно, да? Маша, какие здесь опасности? Потому что в каждом салоне можно встретить эту услугу. Ну, честно говоря, это кошмар и жуткая жуть. Друзья мои, я прямо очень вас призываю быть ответственны по отношению к своему здоровью, потому что все, что вводится с помощью иглы, оно потенциально опасно. Я не хочу никого пугать, и нет моей такой задачи в этом. Я просто хочу, кто предупрежден, тот вооружен. Конечно, сказать вам, что, безусловно, это медицинская методика, медицинская технология, которую должен делать не медицинская сестра, а доктор. Это первое. И возможность развития аллергической реакции даже на физиологический раствор, на воду, она имеет место быть. Поэтому, пожалуйста, помните об этом, помните и берегите свое здоровье и не поддавайтесь на какие-то новомодные методики, которые предлагают парикмахеры. Это нелегитимно, это не должно быть, это вопиюще безграмотно. А тем более, что даже косметологи, не каждый может делать уколы, правда? Ведь тоже должно быть Конечно, специальное образование. Должно быть специальное образование, должны быть дипломы, которые неплохо бы спросить, когда вы приходите в клинику. Должна быть лицензия на определенный вид медицинской деятельности. Поэтому сейчас огромное количество предложений. Инстаграм и соцсети пестрят. Мы вам уколем губы за 6 тысяч рублей. Пожалуйста, очень вас прошу, ответственно относитесь к своему здоровью. И этот вид медицинской деятельности подлежит обязательному лицензированию. И здесь мы должны думать не о сиюминутной выгоде, а о том, как мы будем выглядеть завтра и что с нами будет в последующем. И, конечно, очень важно не стесняться требовать диплому врача по профессии. Я только за. Попросить, да? Я только за. Вот опять твои слова, я хотела бы, чтобы ты повторила даже по личному опыту, что за 17 лет, как сказала Мария. Ни один пациент не спросил у меня диплом о высшем медицинском образовании и мои сертификаты. Поэтому... Хотя все это есть в наличии, в наличии, вывешено в уголке потребителей и так далее, но сам факт, дорогие мои, когда вы приходите к доктору, не надо, это лишняя скромность, не надо стесняться и спросить диплом и поинтересоваться квалификацией специалиста, который будет оказывать вам услуги, проверить, действующие ли это сертификаты и имеет ли клиника лицензию на оказание той или иной вида медицинской деятельности. Я думаю, что здесь не всегда дело в стеснении, здесь, наверное, еще и бывает иногда просто пофигизм такой, вот мне надо сделать, сделай мне и все. И на мне дому. Прямо сейчас. Сделай вот, кстати, мне на дому. Часто бывает тоже. Да. А потом, к сожалению, такие специалисты не берут трубки, и приходят наши бедные пациенты и говорят: доктор, помогите, потому что что-то у меня в губах, я не знаю что. Губы распухают, щеки закрывают глаза по утрам. Я становлюсь похожа на китайского пчеловода. Что делать мне? Специалист, который это сделал, к сожалению, не выходит на связь и не берет трубки. Поэтому давайте мы будем ответственны. Маша, я уверена, что ты в своей практике и в твоей клинике 100% такое встречалось, когда вот как раз приходилось переделывать чужую ужасную работу, да, над лицом. Но... Вот этот процент, наверное, очень большой, колоссальный. Процент не маленький, да, и мы специализируемся как раз на лечении осложнений. Даже делала я по всему миру доклады по аналитике лечению осложнений у пациентов. И причин может быть несколько. Медицинская процедура подразумевает все же сбор истории болезни. Знаете, как врачи шутят, они говорят, что нет здоровых пациентов, есть недообследованные. Поэтому, безусловно, тот букет, с которым вы приходите, даже если вам 19-20 лет, уж не говорю о том, если вам 40 или 50, вы уже собрали по жизни кое-чего, поэтому здесь все должно быть учтено при выборе препарата, методики, дозировки, кратности введения. Поэтому здесь, конечно, могут быть как косяки доктора,
так и безответственность пациента, и утаивание некоторой медицинской информации. Дорогие мои, давайте будем дружить, и давайте мы будем ответственны по отношению друг к другу. Ну да, здесь очень хорошо, чтобы с двух сторон была серьезность и ответственность. Угу. Маш, автор более 20 научных статей, вот у меня здесь написано про тебя, нескольких монографий по косметологии, постоянный участник и докладчик российских и международных симпозиумов. А о чем приходится докладывать на российских международных симпозиумах? Нам доложить. И действительно, эстетическая медицина, такая отрасль медицины, я подчеркиваю здесь именно медицина, а не сфера услуг, которая в настоящий момент очень стремительно развивается. И технологии, они, если посмотреть, что мы делали 10 лет назад и сейчас, и как изменился портрет нашего пациента 10 лет назад и сейчас, это совершенно разные люди. Если сказать, о чем мы докладываем о формировании облика современной женщины. Когда ей 20, когда ей 45, и когда она старше 55 лет. Потому что потребности в каждом возрасте свои, пожелания свои, и вот это соответствие социальному статусу, социальной нише, формирование облика успешной женщины, а значит и качество жизни, является приоритетной задачей современной косметологии. Поэтому мы ушли от разговора про конкретные морщины, складки и губы, и перешли уже в категории качества жизни наших пациентов. Наверняка часто тебе задают вопрос, а что можно в домашних условиях нанести на кожу, чтобы это было практически замещение посещения салона. И так все о корне лопуха и масках из хрена. Да, сметана, масло, что там еще яичный белок, желток, белок и углевод. Смотрите, первое, с чего хочется сказать, что все, что мы едим, то и отражается на нашей коже. Поэтому нельзя сказать, что намажь ты маску из чудесного желтка и белка, запей это кока-колой и посиди в скушай что-то из фастфуда, и будет, ты будешь богиней сразу. Не выходит. Поэтому все, что мы кушаем, то мы и имеем. Что полопали, то и пожнали, да, то и потопали. То есть ты опасный косметолог. Вот так зайдешь, да. А она сразу по тебе скажет, опять ела вчера шашлык из баранины. Или что-нибудь в Макдональдсе была. Поэтому общие рекомендации. У кого есть акне, убираем свинину и свининосодержащие продукты, убираем простые углеводы, забываем о том, что такое чипсы и газировочка. Угу. И у кого есть розация, это такие красные пятна и расширенные сосуды на лице, к сожалению, забываем про красное вино, острые сорта сыра, типа пармиджано и так далее, пряные, перченые, соленые, в общем, шашлык, ребят, никак не прокатит. Первое. Второе. Очень много аллергических реакций, и вообще ВОЗ трубит и говорит о том, что сейчас идет очень сильная аллергизация, и к 2020 году аллергические реакции станут просто бумом человечества. Поэтому можно сделать тесты на пищевую непереносимость, посмотреть прям тот список продуктов, которые вам совсем не подходят. И самого частого это цельное молоко. Мне подходит чаще всего. Очень у многих людей лактазная недостаточность, поэтому это обычная такая уже рутинная банальная история, что можно сделать определенные тесты и посмотреть, какие продукты вам кушать совершенно не нужно, чтобы быть здоровой. Еще одна такая тенденция, которую могу тоже смело рекомендовать всем, и мужчинам, и женщинам, это увеличивать количество антиоксидантов в своем рационе, в своей пище, ну, прежде всего, может быть, омега-3, омега-6 из самого простого, где их взять, жирные сорта рыбы, рыбий жир, привет, бабушка. Помните, как бабушка в детстве нас все кормила рыбьим жиром. И витамин Е, тот, про который спрашивала наша Маргарита, наша радио- и телеслушательница, и экстракт косточек винограда, ресвератрол, вот это все хорошо и очень полезно. Ну и, наконец, я уже упоминала витамин D. Без него никак, поэтому живем мы не в самой солнечной стране, и, к сожалению, у большинства наших пациентов... И не в самой солнечной Москве. Да, поэтому у большинства из наших пациентов есть дефицит витамина D. Помним о том, что мы кушаем, помним о приеме дополнительных витаминов и микроэлементов, не забываем спать не меньше 7-8 часов в сутки, занимаемся сексом.
Это тоже очень важно, потому что сейчас у большинства молодых, особенно девушек, проблемы с половыми гормонами, тоже об этом нельзя сказать. Не злоупотребляем диетой, потому что, дорогие мои, ваш капустный листок и нулевой йогурт, к сожалению, очень негативно и бьет... И отсутствие секса. Косметолог видит сразу все. И отсутствие секса. У меня есть доктор в клинике, которая, каждая пациентка приходит, она первый вопрос, который спрашивает, говорит, как у вас с либидо? Потому что эффективность процедур той же контурной пластики и как долго будут ваши губы радовать вас, зависит от уровня прогестерона и тестостерона и эстрогенов. Поэтому если ваш рацион — это капустный листочек и нулевой йогурт, к сожалению, ничего не получится. Девочки, женщины, милые, дорогие, есть над чем подумать. Пожалуйста, приступайте. Если есть вопросы к нашей гости, к Марии, задавайте их. WhatsApp и Viber. У вас еще пока есть такая возможность. 8-909-928-189-9. Мы прервемся ненадолго и продолжим очень скоро общаться. Друзья, ну, мы стараемся, конечно, максимально что-то узнать у нашей сегодняшней гости Марии Шушаковой о красоте, о том, как себя этой осенью обезопасить, подготовить свою кожу, свой организм к наступлению зимы. Ну, времени, конечно, катастрофически мало. Это просто нереально узнать все подробности. Но, слава богу, у Маши есть своя клиника эстетической медицины. Значит, есть собственный сайт, да, у клиники, где можно все узнать, все подробности. И при необходимости, конечно, записаться на консультации. Это очень важно и нужно. Хочу успеть поговорить, Маша, с тобой по поводу волос, их состояния, потому что мало того, что сейчас время такое и так, многие жалуются, что они выпадают, так осенью эта проблема еще острее становится. Это абсолютно так, Саша, и мы сейчас с тобой как раз говорили об этом, что это страшная несправедливость, когда волос на теле становится все больше, а волос на голове все меньше. Что загадка, просто человечество самое большое. Что с этим делать? И, конечно, волосы во все времена и во все эпохи были показателем красоты, здоровья женщины и мужчины. Поэтому за волосами мы должны обязательно присматривать. И если вдруг случился... И на расческу обращать внимание, конечно, да? Конечно. И на расческу, и на подушку, и на ванной количество волос, когда мы моем голову. И если случился осенний падеж, как говорят мои пациенты, прошу вас не затягивать с этим и обратиться в клинику. Вот у нас, например, работает трихолог, который может вам помочь провести процедуры по восстановлению волос, провести диагностику, назначить специальный комплекс витаминов. И я хочу очень вас предостеречь, чтобы вы не делали это в домашних условиях. Угу. Очень часто... Пациенты приходят в аптеку и говорят, ну, дайте мне что-нибудь попить, что-нибудь, повтирать. Чтобы повтирать, чтобы волосы не падали и так далее. К сожалению, потом пациенты затягивают время, и в ряде случаев возникает такая ситуация, которая называется точка невозврата. Поэтому это не всегда больно, это совершенно не страшно. Иногда стоит просто поделать пилинги, потому что сформирован уже такой слой там всего на коже волосистой части головы, что волос просто не может расти. И вот самые банальные пилинги, профессиональные, медицинские, прийти 4 раза, и вы увидите просто колоссальный результат. А с другой стороны, синдром активного выпадения волос может быть причиной, как, не причиной, а следствием различных заболеваний. И вот здесь важно не упустить. Поэтому, да, иногда мы занимаемся самолечением, пьем какие-то витамины, нам не помогает, а на самом деле у вас может быть уже тяжелая анемия. Поэтому давайте-ка мы не будем запускать все это дело. Приходите в клинику, будем рады всем помочь и будем косы растить. Как часто нужно, Мария, посещать косметолога? Потому что я думаю, что многие тоже переживают, потому что, ну, сейчас расходишь, а потом все больше и больше денег будет тянуть, все больше и больше процедур рекомендовать, и не выберешься оттуда никогда. Да, мы очень рады всех вас видеть, но подсаживание на иглу, конечно, не происходит. Это все глупости и сплетни, поэтому обычно посещение доктора — это какая-то курсовая история. В среднем наши пациенты приходят к нам 2 раза в год, от 2 до 4 раз этого вполне достаточно, и я всегда говорю о том, что максимальный залог эффективности лечения зависит от вашей домашней работы. Ведь зубы мы чистим каждый день, и это нормально. Да? И иногда мы ходим к стоматологу, когда у нас случился там кариес и сформировалась дырка. Поэтому если у вас уже есть необходимость и потребность в профессиональном
профессиональной помощи, конечно, стоит обратиться к доктору. Но это не значит, что теперь все, вы просто порабощены, и вы должны вместо любимой шубы или нового платья все нести в эту клинику. Если вдруг так происходит, подумайте, может быть, стоит сменить врача. Мария, и еще скажи, пожалуйста, ну есть, конечно, та категория, я уверена, среди наших зрителей и слушателей, категории и женщин, и мужчин, которые, ну, уже перепробовали все. Ну, прям все-все-все-все-все-все-все. И не по разу. Вот эту категорию есть чем удивить у тебя? Скажи, ну, может быть, какая-то суперновинка эта осенью есть? Какая-то новая процедура или препарат, или, не знаю, или какие-то ампулы волшебные? Ответ — да. Да, есть. Нам есть чем удивить. Я сейчас получила патент на собственную авторскую методику. Она называется «Новое лицо за час». Вот это да. Это правда. И она признана во всем мире, и мы получили сейчас патент, поэтому я буду всех с удовольствием ждать в клинике для того, чтобы вас удивить. Новое лицо за час. Новое лицо за час. Я думаю, желающих здесь должно быть огромное количество. Ждем вас. Маш, спасибо большое. Мы будем рады очень видеть тебя еще раз вновь в нашей студии. И еще больше вопросов. Но мне кажется, тема эта совершенно бесконечная. Просто бесконечная. Спасибо большое. Тебя благодарим искренне за твою работу, за ту красоту, которую ты даришь многим и многим. Кстати, выяснилось, и многим артистам, которые есть в нашем эфире. Ну и, значит, тоже увидимся где-то в твоих кабинетах. С огромным удовольствием. До скорой встречи. Друзья, кандидат медицинских наук, врач-дерматокосметолог, главный врач клиники эстетической медицины Мария Шершакова была у нас сегодня в гостях. Мария Шершакова. Спасибо. С огромным удовольствием.